Там кто-то прячется. Эй, если здесь кто-то есть, лучше сразу выходи. Видимо, о тени можно не докладывать. Твою мать! Нужна помощь! Access granted.
Access granted. Адам? Адам Дженсен? Господи боже, что с вами случилось? Я совершил ошибку и выжил. Я здесь, чтобы спасти вас, доктор Файрти. Я говорил Василию, что шериф не прекратит поиски. Шевченко мертв, доктор Файрти. Мне очень жаль. Я так и понял. Однажды он просто исчез, и нам ничего не объяснили. Мы все так боялись, что просто продолжили работать. Меня заставили разработать набор сигналов, которые бы просто загружали обновление напрямую в импланты. Обновление? Для чего? Для внедрения зашифрованных в них инструкций. Нам говорили, это для повышения эффективности работы клиник, но это не единственное их применение. Далеко не единственное. Ясно. Доктор Файрти, мы должны освободить Меган из охраняемой зоны. Я знаю, как можно отвлечь охранников. 3 аварии в лабораториях. О, мне нравится ваш стиль, юноша. Если Ния и Эрик согласятся, все может получиться. Но как добиться одновременности? Об этом я позабочусь. А пока оставайтесь здесь и ждите моего сигнала. Вы кое-что забыли, юноша. Наши GPL-сигналы отслеживаются. Точно. Но, надеюсь, у вас есть решение этой проблемы. Как насчет вируса Шевченко? Конечно! Не стоило вас недооценивать. Василий дал мне его перед тем, как исчез. Держите. Загрузите его в главный компьютер системы безопасности. Вирус нарушит работу сканеров. К сожалению, я этого сделать не могу. Я всего лишь ученый. Не прибедняйтесь, док. Вы не знаете, кто за этим стоит, док?
за похищением, за комплексом. В общем, нет. Удивительно, учитывая, что я здесь уже полгода. Казалось бы, хоть кто-то должен был проговориться. Но во всем, что касается исследований, из них и слова не вытянешь. Похоже, охранники настоящие профессионалы. Но какими же угрозами можно было заставить других ученых молчать? Угрозы поступали с самого начала, чтобы заставить нас работать. Разумеется, Василий быстро их раскусил. Он говорил, что мы им нужны. Видимо, в его случае риск все же превысил отдачу. Будь они прокляты. Доктор Шевченко наверняка осознавал риск и пошел на него. Это точно. Что ж, юноша, давайте реализуем ваш план действий. Пора проучить этих задротов. Скажите, где находится терминал системы безопасности? Василий говорил, к нему ведет тоннель. Кажется, с обратной стороны комплекса. Но, боюсь, вам придется самому его поискать. Когда я загружу вирус, начнем действовать. Я подам сигнал. Ваше GPL-устройство завибрирует. Будьте наготове. Понятно, юноша. Но будьте осторожны.
Access grant. Причард, ты все еще следишь за учеными? Конечно. Симулируй отклик по этому маршруту. И посильнее, чтобы импланты завибрировали. Они должны это почувствовать. Сигнал, да? Неплохо, Дженсон. Сейчас отправлю. Вон там! Стоять! Ваше упрямство, Адам Дженсон, начинает надоедать. Мы бы хотели, чтобы вы все прекратили. Боюсь, не могу, Джао. Видите ли, я все знаю. Знаю, что вы задумали со своими дружками-заговорщиками. Неужели? Как умно. Новый биочип. Программное обновление, ограничивающее функциональность имплантов. Вы создаете аварийный выключатель. Для этого вы похитили людей Меган Рид. И вы захватываете рынок для гарантии распространения. И все потому, что вы боитесь таких, как я. Людей с имплантами и с возможностью вам противостоять. Никто вас не боится, мистер Дженсон. Все ваши глупые детские шалости никому не помешали. Скажите, как давно вы были в клинике протез? Надо было воскресать, Дженсон. Ты ее потерял, друг мой. Смирись. Казалось, от тебя можно ожидать большего. Хорошего человека. Надо было после этого уйти. Проходи. Тебе удалось выследить меня до этого места. Теперь найти меня туда не составит.
Ты ее потерял, друг мой. Интересно, ты потеряешь самообладание? Ведь конец уже близок. Изак. Казалось, от тебя можно ожидать больше. Умри! Какое упрямство! Тебе давно стоило отказаться от этой погони. Погибла Елена! Но тебе удалось привлечь их внимание. И мое. Сзади Дженса! Заканчивай дело. Нет, пока не скажешь, где Меган. Ты ее потерял, Дженсен. Такие, как мы, никогда не получают того, что любят. Совсем. Адам? Господи, Адам, это ты? Ты ранен? Что случилось? Что с тобой случилось? Я за тебя жизнью рисковал, Меган. Полмира пересек, и ради чего? Все не так, правда. Ты с ними заодно? Нет. Нет, Адам, клянусь. Похищение было настоящим. Нападение на Шериф Индастрис. Им нужна была я и мои работы. И когда тебе захотелось ими поделиться? Все было не так. Я хотела рассказать тебе, но не могла. Не могла. А Дэвид сказал, что мы должны это использовать. Это наш долг перед человечеством. Дэвид? О чем ты? Мое великое открытие. Мне удалось найти генетическую структуру, упрощающую сращивание живой ткани с имплантами. Удалось найти ее в тебе, Адам. Мы использовали твою ДНК. Клянусь, я хотела тебе все рассказать. Но Дэвид убедил меня, что это на благо человечества. Что так мы улучшим себя. И только Хью раскрыл мне глаза на мои ошибки. Хью? Хью Дэрроу? Он владелец этого комплекса. Когда Намир нас сюда привез... Ричард, соедини меня с шерифом, живо! Адам, пожалуйста! Хью только притворяется, что сотрудничает с Тай Юн и остальными. Он раскрыл их планы и обещал свою помощь, но только для того, чтобы их остановить. Их сигнал не сработает. Он работает, Меган. Джао меня чуть не отключила. Нет, не может быть. Я когда-нибудь тебе врал? Я сброшу твою прошивку. Я все исправлю. Ау! Мне удалось изолировать твой чип от внешних сигналов. Это мое последнее изобретение с применением нанотехнологий. Господин генеральный секретарь, уважаемые делегаты, дамы и господа. Дэвид Шериф попросил меня собрать вас здесь сегодня, чтобы мы могли открыто обсудить одну мировую проблему. Проблему, которая в данный момент угрожает всему нашему обществу. Прости меня.
Он изменил сигнал управления. Он воздействует на всех, у кого стоит новый биочип. Хью ничего об этом не говорил. Возвращаюсь за учеными. Нет, Адам. Я лучше тебя знаю этот комплекс. Я их разыщу. В той стороне есть ангар. Найди диспетчерскую и подними крышу. Расчисти нам путь. Дженсен, что там творится, черт возьми? Все частоты забиты. Малик, это ты? Где ты? Приближаюсь к Сингапуру. Я в пути с тех пор, как Причард тебя нашел. Как раз вовремя. Я направляюсь в ангар, чтобы поднять крышу. Требуется срочная эвакуация. Принято. Уже лечу. Похоже, помощь тебе не помешает. Вижу ученых, Дженсен. Приземляюсь рядом. Кажется, доктор Рид хочет с тобой поговорить. Погоди. В Панхею и остановить Хью. Мы с тобой еще не закончили, Меган. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Но ты должен остановить трансляцию. Получая сигнал, биочип стимулирует блуждающий нерв, вызывая ужасные галлюцинации. То есть буквально сводит с ума? Да. И ты должен это остановить. Воспользуйся шаттлом Лео. Он доставит тебя в Панхею. Удачи, Адам.